Короче говоря, родственник. Подпишись, поставь лайки и участвуй в конкурсе. Условия будут в конце видео. Ну и не забудь посмотреть предыдущий ролик. Ссылку я оставлю в описании. Это была пятница. Нормальные ученики после школы делают домашние задания. Но мы с Чижом играли в карты на конфеты. Ха, шахмат. Киш, какой шахмат? Мы вообще-то с тобой в дурака играем, а не в шахматы. А не надо злиться. Я просто не умею играть в эту игру. А как ты меня тогда уже целых 5 раз обыграл в эти карты? Да понятия не имею. Я просто кидаю карты и все. Я не хотел отдавать конфеты, поэтому решил тихонько украсть их. Только хотел потянуться за ними, как увидел, что Чиж съедает уже последнюю конфету. Я был в шоке. В это время пришел мой брат и сказал, что к нам в гости приедет дальний родственник из деревни. А я буду в городе и приеду только вечером. Так что, ребят, сделайте так, чтобы все было без происшествий. Хорошо? Понятно. Я давно хотел с ним познакомиться и решил встретить его, как полагается. Мы убрались в квартире, приготовили с Чижом покушать и стали ждать. Тут позвонили в домофон. Это был тот самый родственник. Он попросил спуститься и помочь донести его вещи. Ох, мужики, ну и машина у вас на парковке. Какой-то козел наехал, что я на его место встал. Но я человек не конфликтный, я просто рядом встал и все. Родственника звали Степан. Я сказал чувствовать себя как дома. Он разулся и оставил кучу песка, тем самым испачкав пол, который мы с Чижом так старательно мыли. Ой, мужики, я пока к вам ехал, не так на чердак давить стало. Вот, надо бы балласт бросить. Где у вас сортир, а? Пошли, пока. Я показал туалет, а потом стал подметать песок. Мы с Чижом были злые, я думал, он будет нормальный парень. Наконец-то Степан вышел с туалета. Хороший у вас там, чувак. Не то, что у нас. Я запахнулась. Запах в квартире стоял ужасный, и он никак не выветривался. После того, как Чиж пришел в себя, мы предложили Степану покушать. Он все съел, но все равно был голодный. Потом сам залез в холодильник и схавал все запасы. Мы стали еще злее, особенно Чиж. Иногда мне казалось, что он переживает за мою еду сильнее, чем за меня. Вдруг Чиж схватил сковородку и хотел ударить Степана по башке, но я остановил его. Чиж, успокойся. Мужики, я это, подрыхну пойду, а? Ой. Мы решили, что пора избавиться от этого родственника. Вспомнили, что он поругался с нашим соседом на парковке и решили втихаря поцарапать его машину и свалить все на Степана. Через 10 минут все было готово. Мы разбудили Степана и попросили выйти в коридор, где его ждал наш сосед. Ну все, ему хана будет. Да, ну и соседи у вас. Вышел я, значит, а там этот козел стоит. Вот, стал знать, что я его машину поцарапал. Ну, я человек не конфликтный, да. Но в этот раз пришлось ему дать пару этот раз по голове, да. Оказалось, что он еще тот крепкий орешек. Пришлось думать новый план. И тут Чиж предложил идею. Сделаем мы чай и подсыпем туда снотворное. А потом вынесем его на улицу и забудем, как страшный сон. Да. Я сделал чай, Чиж подмешал снотворное. Угостили нашего гостя. Через пару минут он уже отрубился. Мы потащили этого кабана на улицу. Ну а теперь можно и в компьютер поиграть. Да, согласен. Некоторое время нам никто не мешал, но спокойствие длилось недолго. Очкарики, что за дела? Я встретил Степана на улице, он лежал на лапке без сознания. Вызвал сразу скорую, похоже, у него отравление. Чиж, ты точно ему снотворное подсыпал? Вы ему что-то подсыпали? Просто он вымазал наш пол и чуть не убил Чижа. И съел всю еду. Но вы придурки, это ведь наш родственник. Надо было помочь ему адаптироваться, а не травить его. Значит так, скоро его выпишут. Ему будет назначен постельный режим. Еще недельку он проведет у нас. И вы будете ухаживать за ним до тех пор, пока он вас не простит. Надеюсь, вы меня услышали. Ну спасибо, Чиж, отличный был план. Все, достало. Короче говоря, родственник. Участвуй в конкурсе и выиграй любой набор стикеров. Для этого нужно подписаться на канал, поставить свой коронный лайк и написать время 3 кадров, на которых появлялся вот этот очкастый красавчик. Ну и обязательно посмотри остальные наши видосики. Удачи тебе и пока!